Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Танцюють всі, як хореографія сприяє розвитку дитини. Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» хореограф Анна Іонас. Анна, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Отже, дійсно, танці з маличку багато батьків віддають своїх дітей на різні види хореографії. Розкажіть, будь ласка, як вони сприяють розвитку дитини? Добрый день всем. В первую очередь, конечно, танцы – это развитие физического тела, физического состояния ребенка. То есть танцы – это не просто прийти, подвигать ножками, ручками, часик, послушать музычку и уйти домой, а это в первую очередь растяжка мышц, что влияет очень положительно на тело. И потом в будущем уже так лет за 40 – человек скажет спасибо танцу, потому что его физическое состояние будет намного лучше, чем человек, который, ну, не занимается ни спортом, ни танцами. Вот. Плюс это физическая выдержка, то есть человек свои мышцы уже держит постоянно в тонусе, и как бы какие-либо нагрузки уже дальнейшие уже будут идти легче, чем тоже человек, который не занимается. Плюс еще танцы – это развитие индивидуальности, развитие личности. Это помогает быть в социуме более гибким, потому что также на танцах воспитывается и актерское мастерство, которое в будущем очень помогает в некоторых ситуациях. То есть это также работа и на камеру, и на как фотопозирование, как и видеосъемка, потому что сейчас в 21 веке танцор без фотосессий танцевальных и без видеосъемок, его просто нет. Каждый танцор себе должен его быть, как у модели есть портфолио, так и у танцора, в принципе, тоже есть портфолио, только это видео танцевальное. То есть это тоже развивается сейчас в эру Инстаграма, ТикТока. Мне кажется, это вообще самое такое преимущество в танцах. Вот, ну, конечно, физически здоровый человек танцует. Это не жесткий спорт. Спорт – это, конечно, круто, классно, но это не жесткий спорт, как, да, там, какой-нибудь бокс, я не знаю, атлетика, где, ну, большинство травм получается, если неправильно это все делать. В танцах, конечно, есть тоже травмы, но они реже, и это развивается пластика человека, то есть даже придя на дискотеку, человек и ребенок уже себя более комфортнее чувствуют и более раскрепощенный. Вот, особенно вот когда в детские лагеря приезжаешь и хочется немножко так разнакомиться с коллективом побольше, то танцы в этом очень сильно помогают, это проверено на практике, что танцуешь, и типа, о, ты круто танцуешь, давай познакомимся, и вливаешься в коллектив, и нет уже никакого там буллинга или еще что-то, потому что вот ты звезда, ты крутой, с тобой хотят общаться. Тобто налагодження комунікації, танці от сприяють тому, щоб дитина і в майбутньому вже доросла людина була більш комунікабельною, називаємо це так. Да, комунікація вообще відкрита в общении, відкрита даже в танце. Есть, ну, как мы не просто танцуем в стену, да, а мы, у нас идет коммуникация, когда мы на сцене, мы общаемся со зрителем, мы не общаемся словами, мы общаемся танцем, и эту свою энергетику мы передаем через танец. Когда мы, допустим, я занимаюсь хип-хопом, это уличный стиль, и мы свое общение выпускаем на батлах. На батлах тоже это общение с судьями, общение с зрителями, общение со своим оппонентом. То есть это очень круто. Плюс еще танцы, очень много разных ивентов по всей Украине, по всему миру. Это очень крутая возможность ездить, это знакомство, это общение, общение танцами, общение просто общение. Вот, то есть я за свою там танцевальную жизнь много где была, много что видела, это путешествие, много с кем познакомилась. То есть приехала на ивент на один день, а уехала, приехала одна, а уехала, у меня там уже за спиной 10 знакомых в Киеве. То есть потому что мы вместе танцевали. Это вот тоже плюс танцев, что это коммуникация просто сумасшедшая.
Є така африканська приказка: якщо ви вмієте говорити, ви вмієте співати, а якщо ви вмієте ходити, ви вмієте танцювати. І вона говорить про те, що будь-яка людина може навчитися танцям. І все ж таки, я думаю, не знаю, стереотипна ця думка, чи вона реально підтверджена, що є от люди, яким це не дано. Людина не пластична, вона не вміє це собі розвинути. На вашу думку, навчитися танцювати може кожен? Чи це все ж таки такий природній талант, який є з дитинства? Ні, талант, звісно, талант сопутствує танцювальній сфері, танцювальній кар'єрі. Но я считаю, что танцевать могут все абсолютно. То есть независимо от возраста, независимо от пола, независимо от телосложения, независимо вообще ничего, независимо. Если ты хочешь танцевать, ты танцуешь. Есть большинство видов, стилей танцев. У тебя не получается танцевать ногами? Ну ничего, есть крутой стиль вакинг, который в Украине вот разначил свое развитие. И на вакинг это акцент на руки. Пожалуйста, танцуй руками. Очень много танцоров, которые получили травму колена, и все, они уже, типа танцы, до свидания. Нет, есть стили, которые можно танцевать руками, сидя на стуле. Ну, это образно, конечно, тоже стоять надо и танцевать. То есть, неважно, нет такого понятия, я деревянный, я не буду танцевать. Нет, никто не деревянный. Деревянное только дерево, которое стоит на улице. Все могут танцевать. Просто надо найти своего педагога и свой стиль. И тогда пойдет. Потому что ты, когда приходишь в зал танцевать, заниматься, ты должен получать кайф. Ты должен получать положительные эмоции, энергию от того, что ты делаешь. Тогда и дерево затанцует. Вот, поэтому просто надо искать себя в этой сфере, или же просто нравится ходить в клубы и танцевать, ходи в клубы и танцуй. Поэтому здесь, конечно, эта поговорка хорошая. Танцевать можно всем, всегда, везде, при любых условиях. Ви вже почали говорити за стилі, ми до них повернемося, але трішечки пізніше. Зараз хочу задати таке питання, воно, можливо, більше стосується психології, але, певно, хореограф, викладач танців, він є частиною психологом. Якщо дитина не хоче категорично відвідувати танці, щось сталося, і вона відмовляється, а є доволі багато батьків, які вбачають у дитині там якусь кар'єру танцювальну, хочуть, щоб дитина ходила, розвивалася, і змушують її. Як правильно чинити в такому випадку, як діяти, чи потрібно змушувати дитину відвідувати танці, або все ж таки треба тоді дати їй більше там свободи? Конечно, заставлять не надо ни в коем случае, потому что это происходит очень тяжело работать и тренеру, и ребенку. Идет большое сопротивление у ребенка, и ничего нет. Из-за этого могут быть травмы, потому что тело зажатое у ребенка, он должен расслабиться. Мы, как тренера, мы общаемся с детьми, мы общаемся с родителями, мы выясняем причину, почему ты не хочешь ходить на танцы. В первую очередь общаемся с ребенком, почему ты не хочешь ходить на танцы. Он говорит, потому что мои ребята играют в это время в футбол, и я хочу гонять в футбол. Если бы это было, там, например, понедельник, среда я танцую, а вторник, четверг я играю в футбол, то я бы с удовольствием ходила туда и туда. Но родители сказали, нет, футболу, мне не нравится этот вид. Мама говорит, я хочу, чтобы ты был танцором. Тут уже мы общаемся с родителями, что вы понимаете, что он хочет танцевать, но играть в футбол он также хочет. И пускай он гоняет с друзьями во дворе, а вы можем выбрать там другое время вам подобрать. Либо, например, ребенок говорит, я не хочу, я люблю петь. Мне не надо танцы, я люблю петь. Тут уже другой вопрос. Танцы в пении тоже очень классно срабатывают, и надо ребенку объяснить, что ты повышаешь свой артистизм. Ты не просто стоишь на сцене с микрофоном, поешь, а ты еще можешь добавлять движений, и при этом ты будешь выглядеть еще круче и на конкурсах, и на каких-то съемках, то есть развивается твоя пластика. То есть тут в этом моменте такой индивидуальный подход и к ребенку, и к родителям. Конечно, у ребенка выяснить причину, почему ты не хочешь, и родителю донести, почему ребенок не хочет. Потому что, можно найти компромисс. Может, ребенку уже надоело, он устал, выгорел. Такое бывает, особенно вот у детей сейчас, если он занимается там с 9, там с 5 лет, то к моменту там где-то, если с 5 лет занимается, то к моменту уже подросткового периода ребенок уже все, не хочу, и уже как бы крутой, могу и так танцевать, без тренировок, без ничего. Тут уже, может быть, ребенку надо немножко отдохнуть.
То есть это тоже дети устают и физически на танцах, и умственно в школе очень много. И тут еще подростковый период, переходный возраст. Дайте ребенку отдохнуть там месяц-два, сколько надо. Конечно, это сыграет не очень хорошую роль, потому что потеряется тот материал, который уже наработан, и пропустит занятия. Но ребенок перезагрузится, и он захочет с новыми силами, с новыми желаниями вернуться на танцы. То есть тут надо просто индивидуально подходить и, конечно, общаться со своими детьми. Мы, тренера, общаемся, что нравится, что не нравится, что хочется. А давайте попробуем что-то новое, то есть разнообразие мы как тренера вносим. Ну, тут, конечно, да, мы тренера, еще все психологи. Мы подключаемся, общаемся, выясняем причину, общаемся с родителями. Ну и зачастую, конечно, выяснение причины и потом уже... Ребенок остается на танцах, но ему там родители что-то там добавляют, убавляют, и решается таким образом вопрос. Дякую за відповідь. Ви, до речі, відповідаючи, зазначили, що про вік там з 5-9 років. Чи є якісь рекомендації, коли краще починати, у якому віці віддавати дитину на хореографію? Взагалі, ну, з 2 років так просто проще працювати тренеру. Лично я работала, у меня был опыт до карантина работы с детьми, им было, у меня было 3 девочки, 2 и 9 лет, мы с ними учили такое, шаг приставить, хлопочки, в этом возрасте мы уже развиваем у них, во-первых, тоже физически они развиваются, что они там начинают иначе двигать ручками, ножками, не так, как они привыкли только ходить, да, там какие-то новые возможности тела они для себя открывают. Плюс еще музыкальность развивается, то есть ребенок уже становится более внимателен, потому что ему час или 45 минут надо находиться в помещении с тренером и за ним повторять определенные движения, а не то, что он хочет делать там. То есть это он уже становится более ответственным тому, что он делает. И развивается музыкальность, ребенок начинает слушать музыку, слушать ритм, и он начинает уже немножко иначе воспринимать музыку, воспринимать внешний мир. Вот, это то, что касается ранее. То есть, конечно, когда ребенку годик, ну, наверное, еще рановато его отдавать на танцы. Вот 2-2,5 года, в принципе, можно начинать. В принципе, и классический балет тоже примерно плюс-минус в таком возрасте отдается. Я точно не скажу. Я, ну, уличный, занимаюсь танцами, и мне на хип-хоп вот 2,9 было самое маленькое. Предела возрастного вообще нет. То есть тут тебе 50, я хочу танцевать, всю жизнь мечтал танцевать, пожалуйста. Сейчас очень много, во-первых, социальных танцев. Просто у нас даже в городе на набережной на выходных можно прийти потанцевать, там, по-моему, сальса, бачата. Пожалуйста, танцуй. Хочешь что-то подвижнее, уличные танцы, пожалуйста. У нас в коллективе есть группа для родителей, она называется Boogie Dance 25+. Там у нас просто разный возраст, 27, 35, 40, 60, то есть танцуют у нас все, неважно какой возраст. У меня первый тренер, который занимается до сих пор, он ведет уже зумбу, ему уже около 68 лет. И то, как он танцует, это просто, я не могу поверить, сколько ему лет, я ему дам 50, но никак не под 70. Поэтому возраст вообще не имеет значения. Когда захотел, тогда начинай. Конечно, да, деткам вот 2,5 года, тогда уже можно что-то пробовать, минимальное, маленькое, уже можно начинать, чтобы они начали в этом развиваться. А так предела нет. Ну, дійсно, певна така перевага ще одна танців, те, що вони призупиняють процес старіння, і людина, яка танцює, вона завжди виглядає молодо та так красиво, ну, навіть інакше не назвеш. Скажіть, з приводу стилів, повернемося до них, дійсно, зараз велика їх кількість, і всі, напевно, неможливо навіть вивчити. Що зараз найбільш популярне, і куди ви б порекомендували відвести дитину? Ну, популярних сейчас все популярно. Сейчас действительно огромное разнообразие. Вернемся к истокам. Балет не, как бы, не теряет своей популярности. Балет был, балет есть, балет будет всегда. Классический танец всегда есть, и он также популярнее, там тоже очень много людей. Народные танцы тоже сейчас, это не только гопак, а они более там шире танцевать начали, более широкий, скажем так, аспект этих танцев. Бальные танцы всегда были, тоже всегда есть, всегда будут, они развиваются.
Вот. У нас в Украине с 90-го года есть хип-хоп. Мы развиваем этот стиль сейчас. Он тоже очень популярен. Конечно, у молодежи хип-хоп более популярен, чем, например, да, там классика либо народные. У старшего поколения, конечно, они больше предпочитают что-то такое приземленное, то есть то, что они уже знают. Когда отдают своих детей, большинство думают, что я отдам своего ребенка на балет, чтобы у него была осанка, чтобы у него была растяжка. Это все будет и на хип-хопе, это все зависит от вашего ребенка. И бальник может ходить сутулиться, с плохой растяжкой быть. Поэтому здесь только то, что нравится. То, что получаешь кайф, какую музыку. Во-первых, надо отталкиваться, наверное, при выборе стиля, какую музыку ты слушаешь. Если я слушаю классическую музыку Моцарта, ну, мне явно будет немножко тяжело слушать хип-хоп и под него танцевать. Но тут надо уже решить, что тебе нравится. Если я слушаю там жесткий хип-хоп, да, там именно такой рэп, мне это нравится, мой стиль одежды такой. Но в балете тоже, балет или бальные танцы, ну, будет немножечко так сложно танцевать ча-ча-ча, а слушать в наушниках хип-хоп. Поэтому тут уже надо то, что тебе нравится. Я начинала с хип-хопа. Большое продолжительное время, 15 лет уже танцую хип-хоп. И вот 2 года назад я для себя открыла просто крутой, открытый, свободный стиль вакинг. Это работа руками, есть вок, есть вакинг, они различаются. Вок — это больше такое идет на позировках, а вакинг — это двигаем ручками, танцуем, акцент на руки, также включается все тело, голова, ножки, это все есть, но большой акцент на руки. Вот, я для себя сейчас открыла вакинг, я в нем развиваюсь, его учу, езжу по Украине на разные конкурсы, мастер-классы. Вот сейчас приехала из Киева с Вакинг Академии, первой в Украине. То есть этот стиль, он открытый, он свободный, он зародился в 80-х клубах Лос-Анджелеса, то есть это такой стиль для вечеринок, грубо говоря. Но он танцуется под музыку диско, но сейчас уже современный вакинг танцуется абсолютно под любую музыку. Вот я себе хотела стиль, который я бы танцевала под любую музыку. Вот действительно, от диска до, я не знаю, канельзы без бою. То есть можно под все что угодно танцевать, и он раскрепощает. Это актерское мастерство, это составление образов, потому что вакинг на вечеринках раньше был, если ты круто одет, ты яркий, у тебя есть образ, и ты выходишь, показываешь себя, и это очень круто. Поэтому рекомендация при выборе стилей — отталкивайтесь от себя. Сейчас очень большой, как это, аспект есть, много в Инстаграме, в Ютубчике, вообще масса танцев. Просто вбиваете «танцы Украина», и очень много вылезет стилей. Либо просто в поисковике «танцы Днепр», и уже ищите, смотрите видео, что вам больше нравится, что больше, так скажем, заходит. Ну и отталкивайтесь от своих внутренних ощущений. Если какую музыку вы слушаете, какой ваш стиль одежды. Если вы хотите наоборот идти на противоречие себе, выбирайте противоположные стили. Например, вам, да, там нравится, если вы девушка, вы ходите в костюмчиках, на каблучках, сдержанная, собранная прическа, слушаете какую-то классическую музыку, ну что-то в этом роде. То есть да, как бы вы больше к балету. Но вы хотите пойти на противоречие себе, выбирайте хип-хоп, выбирайте вакинг, джаз-фанк, дэнс-холл, то есть то, что вот не вы, выходите из зоны комфорта, то есть отталкиваться в первую очередь от себя и искать информацию в интернете, сейчас там просто ее очень много. Дякую за відповідь, дуже яскравою вона була. Хочу також зазначити з приводу інтернету, інформації справді доволі багато, і окрім того, що ця інформація є, її можна почитати, її ще можна подивитися, і зараз, особливо карантин, посприяв появі дуже великої кількості відеоуроків, які можна дивитися і вчитися танцювати. Як ви вважаєте, чи можна навчитися якомусь стилю виключно з допомогою відеоматеріалів та відеоуроків, або все ж таки необхідно приходити до зали і займатися з вже професійними тренерами вживу? Да, конечно, карантин такое, скажем так, спасибо ему за то, что он открыл онлайн-танцы. Лучше бы, конечно, не открывал, но сейчас такое тоже есть. Можно учиться тоже сейчас
очень много именно курсов танцевальных от топовых танцоров Украины, мира. То есть, когда был жесткий карантин в марте, в Инстаграме очень много мировых танцоров, чтобы поддержать эту танцевальную культуру, давали бесплатные мастер-классы онлайн. Очень много я тоже принимала в этом участие. Это очень круто, когда находится крутой танцор во Франции, ты к нему... Ну, можно попасть, но это будет дорого, это будет сложно по времени, а тут просто ты, сидя дома, танцуешь со своим любимым танцором. Это было очень прикольно, очень круто, и на фоне этого, конечно, многие коллективы, многие танцоры, тренера, они сделали свои онлайн-курсы, есть бесплатные курсы, есть платные курсы, различные стили, можно обучаться дома или снимать зал и онлайн, если там, например, педагог, который мне нравится, находится в Киеве, мне в Киеве, да, проблематично как бы ездить на тренировки из Днепра. Конечно, онлайн-курс — это спасение. В этом нет ничего плохого, тоже зная, главное подойти к педагогу, подобрать педагога, чтобы он все-таки был это, ну как, грубо говоря, чтобы это была правильная информация, чтобы это ты не сломал свое тело, учась по видео, а мат какой-то снял курс и такой, все, я крутой танцор. А чтобы это был действительно профессионал, чтобы ты сам себе мог обучиться. Вот тут тоже онлайн от твоих желаний, от твоих возможностей. Если есть возможность ходить в зал, и ты не боишься людей, тут уже такой психологический аспект идет. Если ты не боишься людей, можешь ходить в зал, ходи в зал. Это круто, это общение, это обмен опытом, взаимодействие с людьми, то есть ты открываешься иначе. Если ты немножко замкнутый и еще тяжело перебороть этот момент, пойти в зал, где будут на тебя много людей смотреть, то, конечно, можно начать онлайн. Есть курсы как и продолжающих танцоров, и начинающих танцоров, то есть обучают начинающих. Поэтому тоже выбираешь уже сам, ищешь себе педагога, это может быть с Украины, может быть от да откуда угодно это может быть. Поэтому просто смотришь по себе, как обучаться. Вот, поэтому как-то так. Що ж, дякую вам за відповіді, дякую за прес-конференцію, її час добіг кінця. Сьогодні говорили про хореографію, як танці впливають на розвиток дітей, на розвиток людини в цілому. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, хореограф Анна Іона. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!